Здравствуйте. Сегодня решил сделать первый раз, наверное, такого рода. Ну, вообще-то это не первый, просто чаши все практически совсем одинакового размера, и их прям, ну, гораздо больше, чем обычно. Но все-таки разница в звуке есть, и если мы говорим о сетах, да, вот чаши, 4-5 штук, они встают друг в друга, и все вот такого качества, немножечко разные. Вот, есть еще серебряного цвета, у них звук более звонкий, хотя цена такая же за килограмм, если иметь в виду. Вот, ну, то, что если будем набирать набор, можно сказать, вот эта чаша нам высока, это низка, и просто вот сказать, а мне вот этот номер, такую чашу. Ради этого это и делается. Так что вот фотография как бы отдельно будет прилагаться. Ну, а в целом чаши вот 250 грамм до 368, вот такие размеры. Ну, не будем их прям расставлять там больше-меньше, как они есть, так и специально не наклеивал полностью наклейку, потому что мне кажется, она может как-то поменять там звук на маленькие чаши. Вот, ну и посмотрим, что там у нас за герцы будут сегодня. Как-то тут можно запутаться, наверное. Что вот? Ага. Там тоже что-то. Чтоб только сущностные предметы находились рядом. А тут вообще одна чаша не видно. Наверное, надо так их переставить. Пасьянс. Вот. Какой-то такой. Итак, попробуем представить наши новые чаши, которые пришли. В основном это маленькие чаши до 15 сантиметров. Вот есть чаши 9,7 сантиметров. Ну, это, пожалуй, самые маленькие. Вот. Чаши эти тоже тигровый глаз. Может быть, они full moon. Вот это бихарская чаша у нас. Она из тех же материалов делается, но есть разница в геометрии. Вот некоторые чаши чуть-чуть имеют такой серебряный цвет. У них очень звонкий голос. И я думаю, что если собирать такие наборы, а это непременно придется делать, то можно взять за основу, что есть вот такой сет. 5 чаш, которые влезают друг в друга. Ну, можно взять бихарскую как дополнение, попробовать. Вот. Ну, а в целом вот такие чаши. И уже из этого сета как бы можно собирать, поскольку чаш этих много, то можно просто менять их по желанию, по звуку, какой нужно. Ну, все, можно смотреть, что они умеют. Бухарская чаша любит аккуратность.